Ну что ж, время отдыха истекло, и теперь мне нужно заняться делом и связаться, конечно же, с агентом 14, который должен дать мне новое крупное дело, чтобы, наконец, продолжить, так сказать, обогащение. И в первую очередь я хочу поздравить себя с первым миллионом долларов на счету. Это первый миллион долларов, в принципе, вообще в моей жизни, и в частности, конечно же, в этом городе. К сожалению, сегодня мои ребята, те, которых я знаю еще по военным играм, никого из них нету в городе, поэтому мне придется сейчас набирать буквально по объявлению людей. Но надеюсь, что это все, как говорится, пройдет. Так, ну что ж, позвоним агенту. О, здорово, придурок. Как давно я тебя не видел, блин. Олень дорогатый. Что ты теперь нам предложишь? Какую авантюру? Ну-ка, расскажи-ка мне. Кстати, чувак, я тебе обещал в рожу плюнуть за то, что ты мне спам рассылаешь. Ох, как ты меня бесишь-то. Опять с красными глазами, опять со всем этим дерьмом. Так, ну давай ближе к делу. Что нам нужно сделать на этот раз? Опять босс какой-то у тебя? Я думал, ты босс, а ты, оказывается, не босс. Ни хрена. Хотя какой из тебя босс? Я вообще тебя не представляю в роли руководителя. Нужно получить у бабы коды, да? Потом угнать инсургент. На карте это вот здесь, ясно. Это мы все поняли, чувак. Можешь не рассказывать. Два человека будут встречаться, два прикрывать. Понятно. Давай, давай, хватит херней страдать. Давай начнем наконец уже. Блин, такой идиот. Ну что ж, не знаю, что там за ребята со мной. Посмотрим, проверим. Надеюсь, нормальные. Так, сколько нам здесь ехать-то? Вроде недалеко, 1,7 километра. По идее, все просто. Надо просто забрать коды доступа и все. И это все, что нам нужно сделать. По идее, никаких проблем здесь не должно быть вообще априори. Потому что просто встретимся с нужным человеком, заберем коды и поедем дальше. И все. Это все легко и просто и быстро должно быть. Ну, скорее всего. Я думаю. А там будет видно, конечно, что из этого выльется. Где-то здесь. Я так понимаю. Дамочка. О, нифига у тебя тачка. Прикольная. О, гараж, кстати, неплохое место, чтобы в случае чего спрятаться. Теперь дожидаемся людей. Вы бы хоть броню одели, я не знаю. О, вертолет какой-то. Надеюсь, не по нашу душу. Так, ну где вы? Где эта бабёна-то? А, вон она. Это она? Вообще, нет? Чувак, ты не нервничай, главное. О, вот она. Да, коды. Да. Ну, проверяйте, что вам надо. Какой банк? Я не слышал ни о каком банке. Понятия не имею, чувак, ты слышал? Нет, мы не слышали. Все в порядке? Ну хорошо тогда. Давай. Эй, что за дерьмо? Эй, блин, чувак. Ни хрена себе. Ой, блин. Вот это подстава. Это она нас подставила же, да? Ой, жопа, блин. Ой, жопа. Просто неимоверная. Короче, надо сваливать куда-то отсюда. Так, я, короче, прячусь. Ну его в жопу. Так, убиваем, убиваем всех. Фу, я вроде заныкался, не знаю. Надеюсь, другие тоже заныкали. Я буду вон тот угол держать, ребят. Главное, не сдохните, потому что, блин, шанса второго у нас не будет явный. О, один. Там где-то второй еще был. Че он там сныкался-то? Сейчас я его достану. О, надо быстрее сваливать, товарищи. Товарищи граждане. Надо валить нахер отсюда. Чувак, садись. Садись, херней не страдай. Тут надо уходить, а ты... Все, короче, валим отсюда нахер. Валим, валим. Валим, и чем быстрее, тем лучше. Фу, блин. Ой, блин, во мы от дерьма-то ушли, от какого? Охренеть и не встать. Это же надо было, блин, так вляпаться-то. Это просто должна была быть передача. Да что тебя так носит? А, у меня покрышка. Блин. Охренеть, блин, еще уйти бы отсюда. Уйти бы не помешало. Ху-ху-ху. Ой, блин.
Вот это дерьмо, вот это мы вляпались, конечно. Покрышки нету, и без колеса еду практически. Охренеть. Давай, отбивайся от них. Тут проехать-то всего чуть-чуть, блин. Вот это нервы, вот это нервы. Главное, потихоньку развернет опять на 360 градусов. Хорошо, если на 360, а не на 180. Ох, жопень-то какая. Да, это было, конечно, волнительно, ничего не сказать. Фу, слава богу. О, как хорошо, что все обошлось. Клади карты тогда на стол. Так, карты у нас уже есть, это уже часть дела. Так, ну что, ждем продолжения от Лестера. Фу, очень долго собирались люди, никак не мог подобрать никого, но слава богу, все сделал. Самое веселое все в том, что, ребят, реально очень много проблем с этим было. Я даже смог выцепить одного из своих. И теперь мы едем, нам нужно угнать два инсургента с полигона частной армии Мэри Уэза. И мы сейчас этим займемся. Я надеюсь, все будет хорошо. Я еду на броне специально, потому что это важно. И надеюсь, все обойдется. Там должно быть много людей. Я так думаю, они так спокойно нам не отдадут этот транспорт. Поэтому придется что-то с этим все-таки делать. Как-то отбивать. Так, ехать очень далеко, 5 километров, блин. У нас, кстати, у одного из наших подельников военная машина с пулеметами, с ракетами, со всей фигней. Так что я надеюсь, что будет все. Так, забрали человечка нашего, потому что лучше на броне здесь быть все-таки. Все под покровом ночи, чтобы никто не увидел и не вызвал копов. Армия-то, она, наверное, частная, думает, что сами все сделают. Мы типа Blackwater, вся фигня. Сейчас нам надо туда залететь. Тот человек, видать, уже там, который с нами ехал на военной машине, он уже, наверное, там. Я, короче, понял, он все без нас сейчас сделает. То есть, без нашего участия, наверное, все сейчас разрулит там. Так, ну ладно, полетели. Ого! Во, мы ворвались тут. Он уже всех убил здесь практически. Мы тут уже и не нужны, наверное, особо. Так, поехали. Садись, чувак. Я поведу. Давай, мэн, за пулемет. Поехали. Во, вот это другое дело. Это я уж понимаю. Блин, надо было, наверное, его взять с собой. Блин, а чё он его не забрал с собой, я понять не могу. Почему он этого чувака с собой не взял? Блин, надо его как-то, может, подождать там. Я даже не знаю, как лучше это все. Так. Эй, мэн, ты далеко от нас-то не уезжай. Кто тебя будет защищать-то вообще? Так, а четвертый у нас отстал. Что-то прям совсем как-то. Так, на дорогу выезжаем. Может, его подобрать? Он нас сейчас догонит, и мы его подберем. Мне бы лучше от того не отставать, потому что он поехал один, и я не знаю, насколько это... хорошая идея вот так одному гонять. Поэтому, наверное, все-таки надо его догнать как-то. Потому что я разрываюсь. Мне вроде нужно и того человека забрать, потому что он не на броне едет. И этого вроде как нужно догнать. И я не знаю, что мне делать. Либо этого догонять, либо того ждать. Ладно. Подождали мы человечка все-таки и... Он сел за руль, сказал, давай лучше я, а ты тогда сиди, просто смотри и отстреливайся, если что. Вот так мы и порешили все вроде бы. Я не знаю, действительно ли он хороший водитель, это мы выясним, я думаю, позже. А тот уехал далеко вперед, я даже не знаю, как его защищать, он вообще где-то вдалеке. Он должен, по идее, нас ждать, а он нас не ждет нифига. О, пипец, конечно. Чё ж ты так орёшь-то? Во! Ах, он решил сам по ходу действовать, сам разбираться и сам все это решать. Не знаю, сможет он или нет. Хотя за ним вроде не так уж и гонится. Это за нами гонится почему-то прям толпой. Ну, чувак, надеюсь, ты знаешь, что ты делаешь. Вот это вибрация, блин, от пулемета. Прям вот сидишь, прям тебе в грудак, прям бам-бам-бам-бам-бам-бам. Вот это да, вот это сильно, конечно. Я тоже постреляю. Чё я сижу просто, ничего не делаю? Я же могу тоже пострелять.
нормально же. Справляюсь же. Так, расправьтесь с Мэри Уэзер. Нам надо сейчас все, видать, вот эти патрули раздолбать, чтобы они нас больше не преследовали. И вертолет вон там летает. Я тоже помогу немножечко. Овер, Тухан, ништяк. Так, давай я вон того тоже сейчас заделаю. Давай, вали, вали его. Во, и еще один. И этого сейчас завалим. Во, нормально. Вон там еще живой есть. Опа, все, все, мы справились. Все, вот это дело. Тот чувак и без нас доехал, нормально, я смотрю. Да, неплохо, неплохо. Фу, вроде справились. Не иначе. Привет, дебил. Второй запасной. Да, второй это тебе, чтобы ты больше мне смс-ки свои не слал, говёные. Вот этих ребят я помню. Какой радостный. Наверное, много денег с этого срубит. Давай уж вали, а мы пойдем дальше. Так, ну что ж, я думаю, лучшим вариантом сейчас будет все-таки, наверное, отдохнуть, а уж после мы, наверное, и продолжим. Там нам предстоит еще что-то делать. Так, поеду куда-нибудь сейчас, найду какое-нибудь местечко, может быть, отель какой-нибудь, забурюсь туда на ночь, точнее. Так, и все будет хорошо. Тут вроде можно сначала в магазин зайти. Эх, Лестер, все завтра. Завтра будем продолжать. А сейчас хватит с меня пока этих нервов.